Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня я предлагаю вам связать вот такой красивый и очень простой квадрат. Смотрится он шикарно, да, как будто бы резиной. Его я вязала с достаточно толстой ниточки. Я думаю, с тонкой нитки будет смотреться не менее красиво. Так, кому понравилась идея, присоединяйтесь. Мы сейчас с вами свяжем. Начнем мы с вами вязать с 8 воздушных петель. Замыкаем в колечко. Хвостик пропускаем вдоль. Первые 3 петли подъема, это у нас будет первый столбик. И еще 5 столбиков. Первый, второй, третий. 5 столбиков я связала. В итоге у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Теперь 1 воздушная петелька, накид и повторяем 6 столбиков с одним накидом. Таких наборов по 6 столбиков через одну воздушную должно быть 4. Обошли мы с вами по кругу и получили 4 сектора по 6 столбиков с одним накидом. Последняя воздушная петелька. Я захожу в третью петлю подъема, вяжу соединительную петлю. Далее опять мы с вами вяжем 3 петли подъема, которые соответствуют столбику. И вершину каждого столбика нижнего ряда мы с вами вяжем тоже столбики. Их у нас, как вы понимаете, с петлями подъема должно быть 6. И мы дополнительно еще с вами свяжем 2 столбика под арочку. Хотя арочка маленькая, но почему-то вот 2 столбика нам так предлагает схема. 1 воздушная петелька, опять накид, и опять в эту же арочку мы с вами вяжем 2 столбика, первый и второй, и вывязываем 7 столбиков подряд, вернее 6 столбиков, да, и точно так же вяжем по кругу. То есть у нас с вами на каждую сторону будет приходиться 6, 7, 8, 9, 10 столбиков. Мы обошли с вами по кругу. Смотрите, я связала арку 2 столбика, а здесь мы с вами начинали с петель подъема, поэтому я связала еще одну воздушную петлю и 2 столбика с одним накидом мы добавляем еще под нашу последнюю арку, соединяемся с третьей петлей подъема. 3 воздушных петли, это будет первый столбик, и заходим во второй столбик, связали столбик второй. Теперь 2 воздушных петли, накид, пропускаем 2 столбика, заходим в третий, и подряд мы с вами вяжем 4, первый, второй, вот, третий и четвертый столбик. То есть как раз все те столбики, которые у нас с вами были. Теперь 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, накид. Я захожу в первый столбик и вяжу первых 4 столбика подряд. Первый, второй, третий и четвертый. 4 столбика есть. Теперь 2 воздушных петли, накид. Пропускаю 2 столбика, захожу в третий. И опять 4. Первый, видите, второй, третий, четвертый. Арочка из 5. И так мы с вами продолжаем по кругу. Обошла я ряд. И мы теперь связали последние 2 столбика и соединяемся с третьей петелькой подъема. Теперь я соединительно перехожу во второй столбик. И с него вяжем 3 петли подъема, которые будут соответствовать столбику. Еще 2. 2 воздушных петли, накид. И захожу в первый столбик. Вот так. Теперь 2 воздушных петельки, накид. Смотрите, пропускаем 2 столбика, заходим в последний. И у нас идет арочка из 5. Под эту арку мы с вами вяжем 11 столбиков с одним накидом. Второй,
11 столбиков мы с вами связали под арку. Накид. Захожу в первый столбик, вершинку уже нижнего ряда. Теперь 2 воздушных. Накид. Мы с вами пропускаем. Мы в этот связали. Пропускаем 2 столбика. Заходим в третий. Сейчас опять у нас 2 воздушных петли накид. Следующий столбик. 2 воздушных, накид, пропустили 2, следующий. По ходу движения у нас арка, в которую вяжем 11 столбиков. Обошли мы с вами этот ряд, последние 2 воздушных и 1, 2, 3, в третью петельку подъема связали соединительный столбик или петлю. Далее 3 воздушных, это у нас первый столбик будет, 2 воздушных, расстояние между столбиками. Мы заходим с вами в столбик первый, под арку второй, третий, и в сам столбик вяжем четвертый столбик с одним накидом. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Считаем наши столбики. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 6 столбик вяжем столбик с 3 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. В этот же 6 столбик 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Мы заходим с вами вот как бы в первый столбик, не в арочный, а именно тот, который у нас на стороне был. Связали первый. Накид. Под арку 2 столбика. Вершинку столбик, 2 воздушных петельки, накид, столбик, сам столбик, под арку 2 в столбик. То есть мы дальше с вами все повторяем. У нас уже с вами получается достаточно красивый квадрат. Мы с вами связали последние столбики и в третью петельку подъема зашли, связали соединительную петлю. Вот так. Теперь я сделала петлю подъема, и мы будем обвязывать весь ряд столбиками без накида. 2 воздушных, значит 2 столбика. Вершину каждого столбика по столбику. Далее у нас с вами идет арка из 7 воздушных, поэтому мы в эту арочку вяжем 7, 1, 2, 3. Обвязали арку 7 столбиками. Вершину столбика столбик. Здесь у нас арка из 5, значит вяжем 5. 1, 2, 3, 4, 5. Саму вершину тоже столбик. В арочку 7. И так мы продолжаем. Как бы по рисунку, петля в петлю, обвязываем столбиками без накида. Обошли мы с вами весь ряд столбиками без накида. Здесь мы делали петлю подъема. В первую я захожу в нее, вяжу соединительную. Вот так. Теперь с этой точки 1, 2, 3, 4. 2 накида. Мы с вами, получается, пропускаем вот 2 столбика, заходим в третий, то есть тот, который идет по вертикали с первым столбиком от нижнего ряда, и я вяжу столбик с 2 накидами, соединяю их как бы в одну точку. 1, 2, 3, 4, 5. Вот последний столбик, я в него захожу, тоже вяжу столбик без накида, то есть последний столбик не последнего, предпоследнего ряда. А дальше мы с вами повторяем и идем 7 столбиков один в один.
по вот этой вот арочке. Постепенно заходя в каждую петельку нижнего ряда. Так, связали мы с вами. Теперь у нас идет столбик в сам столбик. И здесь у нас с вами 5 петель, да? Поэтому я связала первый, второй и вот третий столбик. То есть первый у нас идет вот в этот столбик, который у нас из трех накидов. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь мы с вами считаем. У нас должно быть вот 1, 2, 3. Заходим, то есть мы пропускаем один столбик на этом арке, заходим во второй столбик без накида, первый, второй и вот третий. То есть угол мы с вами получили вот с такой большой петлей. Далее мы с вами идем и обвязываем столбик в столбик. Там, где вот в этом районе, с вами повторяем. Сейчас дойдем до этого района, и я покажу, что сделать. Мы опустили с вами по арке 7 столбиков без накида. Я зашла вот в последний столбик, связала, который идет по одной вертикали вот с этим столбиком. Теперь 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Я захожу вот в столбик, который идет по одной вертикали вот с этим столбиком. И вяжу недовязанный столбик с двумя накидами. Два накида. Теперь я захожу вот в это, то есть пропускаю два столбика, вот первый, второй, захожу в этот. И соединяю эти два столбика в одну вершинку. Далее 5, 1, 2, 3, 4, 5. И теперь заходим вот в этот столбик, который идет по одной вертикали. Ориентируемся на предпоследний ряд. Далее 7 столбиков. Вот такая петля в углу. И так движемся по кругу. Так, я обошла все по кругу. Смотрите, вот наши 2 столбика, 5 петель. Я довязала до вот этого столбика 5 воздушных. И мы заходим в вершину этих двух столбиков и вяжем соединительную петельку. Далее у нас мы обрезаем и прячем нитку. Вот такой интересный красивый квадрат. Соединение будет происходить по вот этим вот точкам. Соединять я не буду. Я думаю, вы справитесь сами. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам творческих успехов и до скорого!